Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть сегодня. Мы, как обычно, что-то делаем новенькое, сегодня будет новенькое. Правда, это новенькое мы уже опробовали вот в городе Санкт-Петербург. Прошло на ура. Так что сегодня мы надеемся закрепить успех. Пожалуйста, будьте расслаблены. Получайте удовольствие в том виде, в каком вы привыкли его получать. Если хотите кричать, кричите, хлопайте, танцуйте, разговаривайте. Аня, привет. Вот. Это клуб. Он для этого и предназначен. Давайте будем строить филармонию. Так что... Да? Зачем я сейчас говорю? Я говорю для того, чтобы потом не говорить. Потому что потом мы улетаем в стратосферу, и абсолютно непонятно, о чем там говорить. Александр Кульков, барабаны. Александр Кульков, барабаны. Сергей Гейр, бас-гитара. Сергей Гейр. Лев Трофимов. Забыл рубашку дома сегодня, концертную. Лев Трофимов. И Антон Хабибулин. И сейчас мы начнем играть. Почему я ничего не говорю? Потому что, помимо всего прочего, у нас еще нет названий для того, что мы играем. Потому что нет названий. Все находится в стадии делания, экспериментирования. Так что наслаждайтесь. Thank you.
Thank you.
Антон, тебе более. И мы сейчас сыграем для вас композицию, которая для нас еще до сих пор является премьерой. Мы ее каждый раз вспоминаем. Но от этого она нами еще более любима. Опять же, композиция, у которой еще нет названия. Специально для вас. Thank you.
Спасибо, это была премьера. Александр Кульков, барабаны. Александр Кульков. Сергей Гиев. Лев Трофимов. Антон Хабибулин. И сейчас момент, который в этом зале больше всего люблю я. Все это делают в душе, в ванной, когда их никто не слышит. Я это делаю прилюдно. Я пою, хотя это не умею делать. Сейчас группа Simply Red будет плакать. То, что будет звучать ее композиция под названием «I keep holding on».
Это была одна из немногих композиций, у которой есть название. Она называется Unspoken, и она записана на нашей последней пластинке, которую выпустили благодаря людям, которые вас окружают, потому что они здесь работают. Это Shelter Beat. Давайте им поаплодируем. Спасибо большое, Сергей, за это. Вот Сергей, он главный здесь. И раз мы пошли по тому, давайте мы немножко для вас поиграем ретро. А именно, мы сейчас сыграем композицию с другой. Ну что такое? Что это? Нельзя же так. Ну вот, все пошло. Мы сейчас сыграем композицию с другой нашей пластинки. Это была композиция с нашей черной пластинки. Сейчас мы сыграем композицию с нашей белой пластинки. И она называется «Песня для Вани». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Александр Кольков, барабаны. Александр Кольков. Сергей Геер, бас-гитара. Сергей Геер. Антон Кабибулин. Антон Кабибулин. Лев Трофимов. Меня зовут Николай Моисеенко. Спасибо огромное, что вы сегодня здесь были, что вы нас слушали. Антон Кабибулин, Лев Трофимов, Сергей Кир, Александр Кульков. Увидимся с вами здесь 30 марта. До новых встреч. Спасибо.